Центр предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии с заявлением на ежемесячную выплату при рождении первого ребенка обратились 158 семей. Из них по 148 заявлениям осуществлены выплаты на сумму более 2 миллионов рублей. Больше всего заявлений поступило в отдел социальной защиты Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары, а также в городе Новочебоксарск. Напоминаем, для назначения выплаты семьям, у которых в 2018 году родился первый ребенок, необходимо подать заявление в МФЦ или отдел социальной защиты населения по месту жительства. Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста 1,5 лет.